Да не сможет. Но мне кажется, это плохая идея. Руки прочь. Я советую этим делом не заниматься. Я советую этого не делать. Не вводить. Не вводить военное положение в Крым. Глупости это все. Зачем нам военное положение? И не думать даже об этом. Ведь существует, наверное, государство для народа, а не народ для государства. Если мы, жители Крыма, высказали свое мнение по поводу того, что мы хотим быть в составе России, то... Наверное, надо принять это как данность. Господи, ему вообще ничего нельзя советовать. По-моему, там мозгов нет. Угомонился бы он уже. Столько людей поубивал, еще что-то хочет. А кто он такой, чтобы вводить из положения в Крыму? А он тут при чем? Порошенко? Я вообще не знаю, кто это такой. Дурачок он. Я сама с вилами пойду на Порошенко. Чтобы я посоветовала Порошенко уйти в отставку. Полечиться. Варежку прикрыть свою, не морщать. Чтобы он не лез в чужие дела. Порошенко пусть в Америку едет, там советует. Положение вводит и все прочее.